Мой дружок-пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие. Избавь себя от унылого фарма. Заходи в мою группу по прокачке. Обеспечим валютой, уровнем, или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и карабокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Дружочки-пирожочки, привет! Неплохая бонусная неделька у Rockstar получилась. Можно немного поковыряться в новом контенте. Также добавили старый контент, связанный с Хэллоуином. Начнем, конечно же, с нового транспорта. TNF теперь доступен для покупки. Давненько мы этого ждали. А еще мы ждали широкую версию, но пока добавили только эту. Поглазеть на тачку можно также в Лухури автосалоне, но там любая тачка выглядит отвратительно под этим освещением и текстурами без коллизии. Также добавили новое противоборство Судный день, как раз связанное с Хэллоуином. Катнуть можно будет как-нибудь, тем более что сейчас на него действуют двойные выплаты. Ну и добавили еще одну масочку под названием Война. Выглядит неплохо, но было бы лучше, если бы она покрывала голову полностью, как тактические маски. По скидкам у нас гроулер со скидкой 40%. Очень симпатичная бричка. Кто хочет рассмотреть ее получше, отправляйтесь в автоклуб, там ее можно взять на прокат по тестовому треку. Также скидка 40% на Вектор. Как по мне, автомобильчик не очень, но все на любителя. Оценить его по достоинству можно также на тестовом трайке. Ну и старенький Infernus также можно купить по скидке уже в 50%. И также можно катнуть на этой старой бричке по тестовому треку. Ну или найти такую в богатеньком районе и просто спиздить. Калика сейчас отдают со скидкой, правда всего лишь 30%. Рекомендую к покупке. Чебурек также по скидке, но уже в 50%. Покупать или нет, дело ваше. Но едет эта бричка гораздо быстрее, чем реальный автомобиль. А это редкость для GTA. Штрайта также по скидке в 30%. Давненько не было этой брички в поле зрения. Негр, кстати, из-за нее в свое время чуть не умер, но он как бы умер. Но в общем, кому интересно, ищите обзор. На Варстоке Стромберг по скидке 30%. Также на эту тачку можно поглазеть в Лухури автосалоне. Автомобильчик атмосферный, так еще и плавать умеет. В общем, автомобиль сказка со скучным концом. У Бенни можно затюнинговать обычный Банши D900 версии всего за 282 500 баксов, плюс к этому сатин за сам автомобиль. В любом случае получается довольно таки дешевый и шустрый суперкар. Также 40% скидка на агентство. По такой же скидке можно сделать ремонт в этом заведении. Ну и раз мы тут, то за контракты сейчас дают в два раза больше денег и опыта, можно немного позадротить. Также двойные выплаты на короткий трип. Кто еще не прошел эти задания за Франклина или Ламара, рекомендую. Также любителям поковыряться в земле, двойные выплаты на сундуки и тайники на Кооперика. Можно заработать немного деньжат перед тем, как ломать поместье блондинчика. И так как скоро Хэллоуин, Rockstar решили разблокировать три транспорта из этого ивента. Так что кто хотел себе мотоцикл с черепом, или остальную древнюю дичь, можете все это купить на этой недельке. В автоклубе у нас каска. Чтобы ее забрать, нужно на протяжении 4 дней занимать хотя бы 4 место в серии клубных гонок. Автомобиль атмосферный, мне он нравится. Но запариваться с гонками я не буду. Собственно, а когда я парился? У Симончика в гараже ржавый чебурек и другая строительная техника. От Казики Шахит-мобиль. Как он туда поместился и как его загоняли? Хотя я не удивлюсь, если подиум – это лифт, который спускается вниз, откуда уже выкатывают тачку через подземный паркинг. В общем, неделя вроде бы насыщенная, но за что-то конкретное зацепиться нельзя. Бричка это само собой. Может, новое противоборство как-то задержит меня в GTA на немного. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Всем ББ, всем ГГ.